Все на природу. 6 июня в Шельнинском лесу пройдет туристический слет имени Юрия Белоусова. На него соберутся туристы из разных городов не только Татарстана, но и России. Всего около 1000 человек. Сегодня организаторы выехали в лес, чтобы начать подготовку площадки для соревнований. А вместе с ними и наша съемочная группа. Александра Белоусова с детства увлекается туризмом. Этот туристический слет она организовала совместно с друзьями в память о погибшем брате. Вместе с Юрием они с детства занимались горными подъемами, походами и сплавами. Сейчас, по словам Александры, слет уже не просто встреча друзей. Он принял большие масштабы. Да, мой внутренний движок все равно брат остается. То есть я могу там несколько месяцев бесплатно для себя вот это все делать. Но само мероприятие, оно реально для людей будет сделано. Сегодня организаторы обходят местность и намечают предстоящую программу. Заявку на прохождение туристической тропы подали уже 60 команд, в каждой по 4 человека. Условно они разделены на 3 номинации – взрослая, семейная и детская. Дети допускаются в возрасте от 7 лет. Тропа включает в себя 10 различных заданий – от командных игр, переправы на катамаранах до прыжков с тарзанки и древолазания. Навыков очень много нужно, разнообразных, как и психологических, как и умственных, так же и физических. Туристическую тропу команды должны пройти за максимально короткое время, но при этом остаться командой. Помимо всего этого, запланированы мастер-классы для взрослых и детей. Их больше 20, начиная с бисероплетения и заканчивая вязанием веревок. По словам организаторов, этот слет не просто активный отдых. Прежде всего, это общение и укрепление связей в семье. Каждый приходит сам по себе, обратно идет за ручки. Они о чем-то разговаривают. Цель наша вот не просто побегать, попрыгать. Наша цель – сформировать семью, отношения. В сегодняшней жизни, ну, у многих не получается. У нас получится. Сейчас все места на прохождение тропы заняты, но челнинцы могут зарегистрироваться в качестве гостей, чтобы принять участие в мастер-классах, поесть на полевой кухне на свежем воздухе и насладиться общением с друзьями. Ни один ребенок не уйдет без подарка, заверяет команда слета. Ссылка для регистрации – юробелоусов.рф. Пирания Сулейманова, Радик Ганеев, Челны-24.